Более 100 тысяч детей в Украине воспитываются в интернатах. Только малая часть из них – сироты. У остальных есть родители. Детей бросают из-за тяжелых заболеваний, отставания в развитии, бедности в семье. В то же время есть люди, которые не могут иметь детей в силу медицинских причин. Как решить эту проблему, расскажет Инна Жиленко. На правах старшего брата 4-летний Ростик опекает Дашу и старается во всем помогать. Но не всегда успешно. Для них все в новинку. Бери свои штанишки, вешай на вешалочку. Вот тут вешай на вешалочку. Другая жизнь у малышей началась всего полгода назад, когда мама Наталья забрала их из дома ребенка. Я была уверена, когда мы познакомились с детками, что вот это мои дети, они мои, просто они потерялись где-то. Вот сейчас мы нашли друг друга. Женщина всегда мечтала иметь большую семью, много детей. Дашуня горячая, Ростик горячая. Но здоровье не позволило. Тогда она решила усыновить. Меня очень поддержали все мои родственники. Никто не отговаривал, никто не спрашивал, или я не боюсь. Шквал звонков поступил, когда узнали, что я собираюсь это делать. Один другому передавали информацию, и мне стали спрашивать возраст деток и собирать все, что есть, детские вещи, кроватки и так далее, все, что может пригодиться, в то, что в новом состоянии. Несмотря на такую решительность, Наталья столкнулась с проблемами, преодолеть которые без квалифицированной помощи не могла. В таких ситуациях будущим усыновителям помогает портал «Сиротству нет» фонда Рената Ахметова. Это вот та информационная поддержка, вот тот ресурс, который очень нужен. Ты получаешь столько информации там и понимаешь, что ты идешь в правильном направлении, что ты не одна такая, таких очень много. И тебя не оставили одну. Вот сиротства нет, это то, что надо в каждой семье. Даже если там детки только свои биологические, но там столько информации о психологах, о здоровье, о книгах. Благодаря работе портала родители нашли почти 9 тысяч мальчиков и девочек. Фонд Рената Ахметова оказывает информационную и консультационную поддержку будущим мамам и папам. А преодолеть трудности и найти подход к детям новоиспеченным семьям помогает на тренингах. Это такая помощь, очень нужный, огромный труд, который делают очень благородные люди. Огромное спасибо Ренату Леонидовичу и всем-всем сотрудникам фонда, сайта «Сиротству нет». Это что-то. Это, я не знаю, как бы я сейчас была, если бы у меня не было вот такой вот помощи. Наталья радуется каждому новому шагу и каждой улыбке своих малышей. Проблемы ее не пугают, а поддержка неравнодушных помогает двигаться дальше. Мамины детки, мамины конфетки. Инна Жиленко, Владимир Конопля, для «Сегодня», канал «Украина».